находимся в зале оперативного управления основных зал. Еще есть штаб оперативного управления, есть горячие линии метрополитена, информационный центр линии метрополитена. Центр оперативного управления, где мы сейчас находимся, он состоит из основного дежурного по метрополитену, который отвечает его помощников, и операторов ситуационного центра, которые осуществляют постоянный мониторинг за телекамерами на каждой станции. На каждой станции очень много видеокамер. Мы смотрим различные зоны пассажирские, как выполняются правила пользования метрополитеном, нет никаких нарушений.